Ну а теперь полностью повторяется путь Клэр и Мойры. Но все теперь осложняется тем, что стемнело, то есть ночь. You recognize any of this? No. Sorry. It's all right. Almost there. Still with me? Yeah, I have strong legs. А, вот что я вспомнил. Помните, когда они прыгали? Они деревяшки здесь разломали. Поэтому навряд ли мы сможем допрыгнуть. Да, совершенно верно. И как раз вот эта дырочка, она для того, чтобы туда пролезла Наталья. И сейчас она откроет нам. Так. Гарри, it's locked. What do I do? Надо взять кирпич. Совсем другое дело. Итак, трава. Передать и передать. You stick close to me, okay? Okay. Топаз. Это 100 бонусных очков. И мне кажется, все-таки было бы лучше за Наталью сейчас играть, потому что она видит все спрятанные предметы. Ну, настоящий джентльмен. Ну где эта тварь? Но она будет, конечно, посерьезней тех мутантов, которые были вот чуть раньше. Так, спокойно. Смотрите-ка. Еще трава. Блин, что это такое? What's wrong? I think I saw something. Вот здесь, что ли? Матерь Божья. Stay back. Так, посмотрите-ка на ноге у него. Так, надо отойти. Твою мать! Отлично. Лупи. Да чтоб тебя... Да что ж такое? Отойди, Наташа. Все, ну слава богу. А я, честно говоря, думал, что это тот же самый мутант, и надо было стрелять в голову. А вот здесь какое-то уязвимое место у него было на ноге. Значит, это был другой мутант. What was that thing? I don't know. Let's keep our eyes peeled in case there's more. Так. Где-то совсем рядом. Будем осторожными. Поганый лес.
стрёмный. И вообще непонятно. О, ес, вижу. Так, у этого на ноге. А, кстати, знаете, что можно сделать? Можно тихо к нему подокрасться и убить. Так, Наташенька, теперь твой выход. Еще один. Давай, 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 давай. Так. Насколько я помню, нога была. Нет? Ну-ка, Наташенька. Где у него место? Вот оно где. Бачок. Туда еще надо попасть. Ё-моё. Фух, отбились. Но странно, что не получилось по-тихому его убрать. Нам в любом случае необходимо идти дальше. Так, и не совсем понятно, в какую сторону. Но вот, наверное, сюда. ...250 бонусных очков. Finally, a clearing. Так, смотрим. Никого нет. Снова патроны к пистолету. Здесь вроде бы можно спокойно открывать. Так, это у нас травка. Ubo-robo? It's a virus some bad people used in Africa a couple of years ago. Question is, how did it get out here? Открываем дверь и здесь. Так, патроны к винтовке. Еще бонусные очки. Ну и кажется, все. Так, 7 патронов. Но это не серьезно. Probably break this lock. Так, надо вырубать. Интересно, они увидели меня? Так, покажи мне, где у них слабые места. Так, голова. Ну и все. Разобрались с этими ребятами.
Смотрим. Нет, все чисто. Заперто с другой стороны. Ну вот сейчас Наташенька нам и откроет. Так, для чего? Здесь нужна вот эта штука, чтобы забраться туда наверх. Круто. Ну и все. Теперь снова сюда. Так, посмотрим. Что это? Патроны к пистолету. Винтовки. Это у нас бутылка. И можно создать вспомогательное оружие. Сейчас посмотрим, как это лучше сделать. Передать. Переключаем персонажа. Здесь у нас сочетание с порохом. И пока на этом все. Now we're talking. О, да. Еще пистолет. Жгуты не вмещаются. Придется что-то ей передать. Давайте передам. Вот так. Передать и передать. И улучшение оружия теперь здесь. Что ж, давайте прокачаем пистолет. Это у нас будет урон. Емкость магазина. И быстрая зарядка. Тоже сюда. Все, закончили. Поэтому у нас будет прокачанный пистолет. Посмотрим. Это, конечно, все занимательно. Но как мы откроем эти ворота? Пробуем. Да, ничего не получится. Кто бы сомневался. Так, сейчас. А, вон, посмотрите-ка. Ловите. Бабах. Так, покажи мне. Нога. Есть. А здесь? Тоже нога. Перезарядка. Так, у того где-то на руке. Сложнее, конечно, будет попасть. Отлично. И вроде бы разобрались с третьим. Бери кирпич. Будешь мне помогать. Так, посмотрим. Здесь у нас есть ящик. А в этом ящике... Ну-ка, разбей.
Не получается. Зажигательная бутылка. Снова пригодится. Так, стрёмная музыка. Не пойму, он где-то здесь, что ли, лежит? Так, показывай. Нога. Да чтоб тебя. Хрен попадешь. Давай-ка подлечимся. Так, сломать не можешь. Зато это могу сделать я. Очередные патроны к пистолету. Так, посмотрим. Здесь никого. А может быть, какие-то предметы? Да, так и знал. Это у нас патроны к штурмовой винтовке. Ну все, теперь можно двигать кран. Снова торопиться не будем. Вперед пускаем Наташеньку. Так, вон этот пульт управления. Так. Здесь мы видим, что их двое. Ну, не вопрос. Давайте будем открывать. И там где-то на коленке. Заходим. И атакуем. Так, взять здесь нечего. Ну и где эта тварь? Кирпич мне не нужен. Monster! Молодец какая. Так. Все чисто. Ну вот мы и сделали это. Да? Смотрим. Отлично. Все получилось. Так, они идут. Надо поторопиться. Интересно, а почему я до этого не заметил эту емкость? Ну и наконец-то мы с вами дошли до этой рубки. И почему-то здесь никого нет.
That's her. That's my baby. Any luck in there, Marta? No! Piece of shit must be busted. You can say that again. This was logged 6 months ago. Jesus, Moira. Your daughter's name is... Moira? Yeah. Why? Hey, kid. You okay? Moira. She's dead. What?